Всем привет! Северный степной Крым, 14 августа 2023 год. Хочу показать, есть ли мед с опорой в ульях, да? Вот, смотрите. Так выглядит нижний магазин. Все залито битком. Надо ставить сейчас срочно. Еще один. В разрез. Так, что у нас тут? Не хватает, видите. Я сказал, в этом году с опорой будет хорошо давать. Лупят хорошо. Мед. Это сапора японская. Во-первых, мед такой, смотрите, покажу. Красивый у него янтарный. Такой оттенок у него. Ни с чем не спутаешь. Во-вторых, аромат. Аромат еще просто не передать словами. Вот. Еще и бороды лепят, видите. Здесь еще. И лепят даже бороды. Немножко погоняем. Придавил пчелку случайно. Они возмущаются. Ну и вот. Еще один корпус сапора. Который раньше давался. Когда только сапора зацвела, я ставил его на гнездо в разрез. Вот этот корпус. Частично подносили туда. Мед из гнезда выдавили и частично сапору залили. Вот так вот на сегодня выглядит. Ну, а снизу-то корпус разнотравья. Я его сейчас отберу на откачку. Вот так вот, видите, чтобы вы понимали, как это все происходит. Перебираем. Где-то еще есть место, куда лить, где-то нету. Он там отобрал корпус. Кстати, по поводу воровства. Воровство присутствует, но я его тут ставлю вот так вот на осушку. В общем, ну такое себе воровство. Такое себе воровство, пчелки вон. Тут даже не хотят брать. Короче, есть у них взяток с опоры. Поэтому воровство такое себе. Не очень, он стоит все открытое, сами видите. То есть в этом году проблем нет. Пока на данный момент взяток присутствует. Да, по утрам в основном идет, но они успевают вот залить. Я сейчас покажу даже вам край. Покажу специально вам край. Так, сейчас. Пчелки возмущаются. А, дымком. Не нравится им, что я к ним залез. Сейчас вечер. Ну, довольно-таки жарко. Сегодня. Покажу вам край, чтобы вы понимали. Вот так выглядит край. Это была овощина. Так вот она выглядит. То есть лить некуда. Надо срочно давать в разрез корпус под заливочку медом. Как-то так. То есть, короче, мед с опоры есть. И его прилично в этом году. Благодаря тому, что матки изолированы на одном корпусе гнездовом. Там кирпичи расплода. Сейчас залезем, вам покажу специально. Вот залез специально в гнездо, вам показать. Я залажу в гнезда посмотреть, что с маткой все хорошо. Сейчас покажу. Видите, да? Разновозрастной расплод присутствует. Яички присутствуют. Разновозрастной расплод на крайней рамке. Там все расплодом. Дальше лезть не надо. Он лупится пчелки. Сразу же матка засеивается. Все, полный корпус расплода. Что дает, я же говорю, то есть семья сильно не проседает, матка работает на одном корпусе, и при этом идет взяток товарный с опоры японской, в то время, когда у других сейчас на большой рамке, в больших гнездах, к примеру, 10 рамочниках, здесь матка работает на 3 рамках Додана. Вот объем 3 рамки Додана, заизолировано на таком вот этом. Это дает кирпичи расплода от бруска до бруска. Вот. Полностью там будет низовой корпус от бруска до бруска расплод. А здесь от бруска до бруска медовые магазинчики залиты. На очень слабом взятке с опоры японской. Вот так вот. Как-то так берем ее товарной. Спасибо за просмотр. Всем пока.